Обзоры игровых новинок на Android, то есть тут ты сможешь найти крутые игры на телефон. Также прохождение GTA San Andreas с модом на GTA 5, это что-то новенькое. Поэтому заходи и подписывайся на канал Речного Краба. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт. Да, в Майнкрафт, да, вы не слышались, это Майнкрафт. И в этот раз мы опять будем воссоздавать игру с телефона в Майнкрафте. Потому что в предыдущий раз, если вы меня смотрели, мы воссоздавали игру Joyrider Jetpack в Майнкрафте. А сегодня у нас будет игра Bubble Trouble. Мне кажется, то, что многие знают, что это за игра. Поэтому, ребята, 2500 лайков, сразу выходит новое видео. Я больше не буду тянуть приветствия. И также, ребята, подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг, я буду рад, если вы потратите на меня всего лишь 2 секунды на лайк и подписку, ребята, а вы будете большими молодцами. А мы будем сразу же приступать. И лайк, ребята, если любите такие короткие приветствия. И сейчас мы будем нажимать Space для того, чтобы приступить к самой игре. И как видите, ребята, это действительно в Майнкрафт. Да, это Майнкрафт, да. Я не знаю, ребята, играл ли кто-то в эту игру когда-то. Мне кажется, то, что играл. Я играл очень давно, но так давно, то, что вы себе просто не представляете, ребята. А кто не играл, кто, ну, не с того поколения, можно и так сказать, то в чем заключается суть этой игры? А мы кот, ну как кот, что это вообще такое? Хомяк какой-то, который стреляет вот какими-то штуками вверх, вам так кажется. Да, это какие-то шипы, что ли, или что-то в этом роде. И как видите, ребята, нам нужно уничтожить все шарики, которые на нас двигаются. То есть у нас вот под нашим персонажем есть время. Красненькая полоса. За это время нам нужно пройти уровень. И у нас тут есть 10 уровней. Я не успел начать игру, как у меня уже 4 уровень, ребята. И это очень даже круто. И я вообще не представляю, как люди воссоздают вот это в Майнкрафте. Потому что, ах, вряд ли я этот уровень смогу пройти. Какой-то он слишком... Какой-то он слишком сложный, мне так кажется. Нет, вот этот, ребята, уровень я вряд ли смогу пройти. Но у нас тут есть 10 уровней. У нас есть тут 10 уровней. И нам нельзя попадаться под эти шарики, потому что если... Вот, не успел я закончить говорить. Потому что если мы... если шарик нас ударит, то он нас убьет. Да, он нас убьет. И также, если время закончится, то он нас тоже убьет, ребята. И у нас, в сути, есть 5 жизней. И за эти 5 жизней нам нужно закончить эту игру. В общем, у нас тут есть 10 уровней. Это нереально круто, потому что люди, которые воссоздают вот эти игры в Майнкрафте, они прям гении какие-то. Потому что, ну представьте себе, как это сложно. Представьте себе, как это сложно, ребята. Но они как-то справляются с этим. И, в принципе, за это можно им сказать большое спасибо, потому что это... Давай! Да! Нет! Время вышло! У меня секунда была, чтобы закончить это задание. Офигеть! Офигеть, эта игра, да, она сложная, она даже на телефоне была сложная, я помню то, что довольно-таки сложная, да, но все же, ребята, но все же я попытаюсь побить, не скажу то, что всю игру, потому что там есть 10 уровней, которые, ну, очень такие сложные, если 4 уровень я уже проиграю, охренеть, да, 4 уровень, значит, я... уже профукаю. Поэтому, ребята, 10 уровней я вряд ли смогу пройти. Но все же, вот смотрите, ребят, сейчас мы вроде неплохо справляемся. Вроде мы неплохо справляемся. Ребята, что я хотел сказать? В описании есть уже ссылочка на эту команду. Вы уже можете сейчас в любой момент зайти и Последняя жизнь! Вы в любой момент можете зайти и скачать ее. И также попробовать... побить и мой рекорд, потому что я уже дошел до 4 уровня. Побить и мой рекорд, ребята, и вообще всю карту. Если вы можете побить 10 уровней вот этой карты, то вы прям мастер Bubble Trouble. Но как видите, я играю первый раз на компьютере, и ну, не очень у меня хорошенько получилось. Поэтому, ребята, давайте мы еще раз повторим. И в этот раз давайте как-то получше, да, чтобы натрениться, можно и так сказать. Опа, давай. Сейчас. И так-то это просто. Да, лаги есть, ну, в принципе, не совсем лаги. Лаги, когда вот этот персонаж передвигается, в принципе, это даже понятно. Но как это вообще воссоздали в Майнкрафте, ребята? Как это воссоздали в Майнкрафте? Это тяжеловато, да и даже слишком. Поэтому...
Мне кажется, то, что автор этой карты реально заслуживает уважения. Уважение за то, что он создает вот такие нереально крутые карты. Предыдущий раз была Joy Rider, или как там, Joy Ride Jetpack, да? А сегодня у нас, ребята, вот это Bubble Trouble. И это реально... И не такая-то... И простая игра, как кажется, да? Не так-то просто... Ударь ты в этот... Давай! Замечательно. Сейчас сюда. Давай! Ай! Вот, замечательно. А-а-а! Паскуда! Давай, не попадись! Давай! Я уже хочу... Как это сложно на четвертом уровне? А что тогда на десятом будет? Что на десятом? Охренеть! Я не могу этот очень четвертый уровень... Я не могу этот конченый четвертый уровень пройти, хоть вы меня убейте, ребята. Давай, пожалуйста. Давай. Так, замечательно. Это мы уничтожили. Сейчас. Вот так. Сейчас, ребята. Я не успокоюсь, пока я не пройду четвертый хотя бы уровень. Я не говорю всю игру, да? Но все же... Четвертый уровень. Давай, замечательно, еще две. Давай, вроде пока что неплохо справляюсь, хоть старт у меня не очень хороший был, но все же... пока что вроде хорошенько. Ну, как вам сказать хорошенько? Давай, еще две, пожалуйста, давай. Ах ты ж, зараза, паскуда! Я не могу пройти этот конченый четвертый уровень, ребята. Все же, как видите, карта реально хардкорная. И знаете что? Чтобы проходить уровень, то есть, чтобы стрелять вот... Чтобы проходить уровень, чтобы стрелять вот этой фигней, да, вам нужно нажимать на Shift. То есть вы нажимаете на Shift, и вы стреляете вот этой фигней. Я просто, когда только скачал эту игру, я пробовал все кнопки, я не знал, чем я вот это могу стрелять. Потом, как оказалось, это Shift, ребята. Ху, чуть на меня, на башку. Вот этот шарик не... Давай, да. Хардкорная нафиг игра. На четвертом уровне там вообще жопа, если честно. Ну это хреново было, я согласен. Так. Ну я две жизни уже потерял до четвертого уровня, и это очень плохо. Как он? Он только... Короче, он только ко мне прикасается, я сразу умираю. Это не круто, потому что у меня осталось две жизни. На четвертом уровне, как вы знаете, я долго не протягиваю. Нифига себе, четвертый уровень хардкорненький. А там еще 6 уровней впереди, ребята. Давай, справимся. Давай, замечательно. Промахнулся. Давай. Да почему там ты промахиваешься? Давай, замечательно. Ребята. Так. Замечательно. С первым. Да как он? Два паскуда, два. Я не могу. Это так сложно, это четвертый уровень пройти. Но я не выключу серию. Пока я не побью вот этот четвертый уровень. Даже если он будет длиться 40 минут, и я буду 40 минут выполнять вот эту карту. Но знаете что, ребята, если я побью четвертый уровень в этой серии, то может у нас будет еще даже следующая серия, где мы будем допроходить вот эту карту. И вы, в принципе, ребята, знаете, что делать. Каждый ваш лайк реально для меня важен, поэтому, ребята, не забываем никогда об этом. Так, сейчас, давай, замечательно. Вот так, замечательно. Сейчас зеленый, но под ним я не хочу проходить, потому что они такие паскудины маленькие, то что прям затопчут меня. Вот, замечательно. Четвертый уровень. Мы сэкономили все жизни к четвертому уровню. Давай. Давай. Вроде пока что неплохо справляемся. Вроде пока что совсем неплохо.
Да! Вообще неплохо, очень неплохо. Так, давайте сначала с этим расправимся в этот раз. В этот раз давайте с этим расправимся. Другая тактика, ребята, другая тактика. Да почему ты паску? Я всегда забываю то, что я не могу встать под эту хрень. Вот так, вот так. Вот. Давай, 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 миленький мой. Давай четвертый уровень. Поддайся нам, пожалуйста. Я же небольшой профессионал в эту игру. Поддайся нам. Поддайся нам, пожалуйста. Вот так. Чуть ли. Я всегда забываю. Ребята, это не так-то просто, как вы, наверное, сейчас думаете. Это совсем не просто. Это совсем не просто. Вы, наверное, думаете, Эдисон сейчас нубит, вообще не может четвертый уровень пройти. Но это совсем не просто. Это управление тут тоже не очень простенькое, потому что это же все же Майнкрафт. И попасть, и не вот, как сейчас, и не попасть под вот эти, вот этот маленький шарик очень сложно. Потому что ты вроде к нему даже не прикасаешься, но он как-то зараза-паскуда. Зараза-паскуда. Так. 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 Так, сейчас. Вот, замечательно. Замечательно. Пока что справляемся. Главное не попасться под этот шарик. Так, замечательно. Так, замечательно. Да! Так, сейчас, ребята, ну четвертый уровень я уже прошел. Четвертый уровень я уже прошел. Сейчас сюда, быстренько. Быстренько пятый уровень, быстренько пятый уровень. Ага, если бы это так реально быстренько было. Давай, давай. Зараза. Знаете что, давайте еще один раз. Еще один раз попробуем хотя бы дойти до пятого уровня. Нет, ёбать. Так, еще раз попробуем дойти до пятого уровня. Попробуем. Или хотя бы до четвертого уровня. А потом уже посмотрим, ребята, что и как будет, потому что сложновато. Я даже не думал, что это такая сложная мини-игра будет. Так. Четвертый уровень, ребята. Я опять сюда дошел. Так. Флудим, флудим, сейчас просто шифтом, чтобы уничтожить вот эти хрени. Замечательно. Давай. Давай, 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 давай. Вот, замечательно. Ну, как вам сказать, в принципе, пульнул я неплохо, но толком ничего не разрушил. Так. Да как я там прямо сквозь этот шарик пролетела? Ух, я уже прям про в этом четвертом уровне, ребята. Давай. Давай, пятый, пожалуйста, пятый. Давай, 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 миленький мой. Давай, давай, подайся нам. Давай. Не умирай, я тебя прошу. Да! Мы побили пятый уровень, ребята. Я не скажу то, что это просто было. Так. Так. Так, чуть меня не убили. Так, замечательно. Ребята, я просто очень сосредоточен. Я, наверное, в Кеске так не сосредоточен, как я в этой игре. Шестой уровень побили. Вам не кажется то, что это чересчур, что на нас вот этот огромнейший шарик летит? Так, пока что... Ух ты ж, ни хрена себе, как это тяжело будет пройти вот этот седьмой уровень. Давай, давай, миленький. Давай, давай, я не знаю, почему я продолжаю говорить миленький. Ну, потому что, чтобы он нам подался, ребята. Давай, давай, еще, сейчас вот этот, пожалуйста, маленький, потом вот этот, большущий, потом маленький, пожалуйста, у нас не очень много времени есть, я тебя прошу. О, замечательно, еще два. Он мне на башку прям на лоб бабахнулся. Хрен, ни хрен, хрен. Ни хрен, хрен, хрен. Так почему ты так... Ух ты ж, я прям матрица. Сейчас. Под ним так. Так, давай, давай. Да как ты нахрен меня убил?
У меня последняя жизнь или последние две жизни? Так. Нехорошо, потому что я тот шарик пропустил. Да твою мать! Последняя жизнь, ребята, поддержите меня, поддержите! А, ладно! Знаете что, давайте мы будем заканчивать. Мы дошли до 8 уровня, и это уже прогресс. Если я на начале не мог дойти до 4, еле-еле, то под конец мы уже дошли с вами до 8 уровня. Ребята, я надеюсь, что вам понравилась эта серия. И спасибо вам за то, что вы ее посмотрели. 2500 лайков, сразу выходит новое видео. Никогда не забываем об этом. Я всегда буду этому очень сильно рад, ребята. Также не забываем подписываться на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков. Ребята, потратьте на меня всего лишь 2 секунды на лайк и подписку. За это я скажу вам большое спасибо. И также выпущу новое видео как можно быстрее. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца. Приходите на мой канал каждый день, потому что видео выходит каждый день. Я всегда буду рад вас видеть на просмотре очередного нового видео. Ребята, еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.